Всем привет. Расскажу вкратце, как снять полуось вместе с чулком с экскаватора ЮМЗ-6. Откручиваем стремянки с нужной стороны совсем, с той стороны ослабляем по максимуму все болты. Ослабляем. Ставим под коробку редуктор упоры, как можно больше, чтобы у вас не упал трактор. К задней части коробки я прикрутил старый кронштейн, как-то не выбросил. Вот. Под него подставил домкрат. Подпирал вот этим синим коробку выше от земли, то есть весь трактор поднимал. А разгружал, получается, вот это место таким способом. Ну и в принципе в край хватило места, чтобы достать чулок. Вот такой способ. Кому было полезно, ставьте лайки. Кому вопросительно, пишите вопросы в комментах. Вот. Ну и Кирилл, Саня, Паша, вам спасибо. Мы это сделали.